Це відео із сімейного архіву родини Адамчук. На кадрах маленький Микитка. Йому ще не виповнилося й рочку. Малюк щойно навчився ходити. Хлопчик виглядає здоровим, веселим і безтурботним. Однак уже за кілька тижнів Микитки не стане. Саме у той день, коли рідні вирішать його похрестити. В суботу повинні були утром проснутися, їхати його хрестити. Мама хлопчика ніяк не може оговтатися від шоку. Назвати причину смерті її малюка і досі не змогли ані лікарі, ані правоохоронці. Я проснулася. Він лежить, у нього очі були відкриті, але на мене не реагував абсолютно ніяк. Ребенку был всего год. Он проходил плановое медицинское обследование, и никаких отклонений в его организме выявлено не было. Висновок лікарів шокував. Важке отруєння невідомими речовинами. Але якими? І як вони взагалі потрапили в організм немовляти? Эксперты до сегодняшнего дня не установили, какое именно вещество стало причиной смерти мальчика и в составе чего оно могло быть. Уголовное производство по факту смерти мальчика до сих пор открыто. У Алли є ще один син – Іванко. Хлопчикові 5. Жінка каже, останнім часом вона бачить кошмари, в яких її старший синочок також помирає. Недавно снилося, що я чомусь всім стою на кладбищі, говорю за упокой Вані. Мати хвилюється, що на її старшого синочка також чатує небезпека. У нас дуже рідко навіть болів. А зараз, в останнє час, у нього кров сильно з носа тече. Справді, навіть посеред зйомки Іванкові стало зле. Мамочка. Я просто боюсь, щоб я Іваню не потеряла. Алла разом із сім'єю живе у селі Дніпровка на Запоріжжі. Молоде подружжя разом уже 6 років. Олександр – будівельник. У селі роботи немає, тож чоловік часто їздить на заробітки. А то, виходить, ми з Нікітою з роддому забирали. Сашка з Нікітою. Он очень любит детей. Он что, своих он безумно любит. И чужих, он с чужими нянчится. Привет, папа, с тобой скучаюсь. Зараз чоловік Алли також за кордоном. Більшість часу жінка вдома з дітьми сама. Загибель сина зламала молоду маму. Вона втратила сенс життя і постійно плаче. Очень сильно она переживала. И просто Бога просила, чтобы ей дали еще одного ребеночка, чтобы она не сильно так убивалась, Никитка. За півроку молитви Алли були почуті. Жінка знову завагітніла. Зараз на 7-му місяці. Однак останніх 3 молоду маму почали мучити жахіття, в яких помирає і її новонароджений малюк. У мене неділю назад снився сон, що через 10 днів ребенок умрет. Жінка у відчаї. Каже, не переживе, якщо щось трапиться з її Іванком та ще ненародженим немовлям. Переживаю, щоб далі мої діти ще не вмирали. Допомогти молодій матері зголосилася учасниця 13-ї битви екстрасенсів в Україні Лариса Гуцан. Вона емпат, відчуває на собі біль інших людей, а також усе, що вони переживали раніше. Щойно отримавши листа, ясновидиця одразу починає працювати із заленим фото. Коли я настраюваюсь на цю дівчинку, я возле неї чувствую ще одну жінку. І мені вирисовується такий образ жінки середніх років, з темними волосами по плечі, з таким грузним, тяжелим підборотком. Она когда смотрит на меня, у нее такой пронизывающий взгляд, что у меня аж мурашки по всему телу идут. Я хочу выйти с ней на связь и спросить, кто это? Кто эта женщина? Боже, она говорит, что ей нужны дети этой девушки. Она говорит, что она может прийти за ее детьми. Жах! Хто ця жінка, яку відчуває ясновидиця? І чому хоче забрати Алиних дітей? Невже ні в чому невинним малюкам і справді загрожує небезпека? Разом із Ларисою Гуцану розбиратися в тому, що відбувається в родині Алли, буде харківська відьма-некромант, переможниця 5-го сезону битви людей з надможливостями Жанна Шулакова.
На фотографии молодая женщина. Такое ощущение, что вся покрыта зеленой, вязкой, противной тиной. Вот она стоит и в окружении мертвых детей. Ужас какой-то. Если ничего сейчас не поменять, дальше действительно могут быть смерти. Это ужасно. Очікувані Алли ясновидиці діляться своїми першими відчуттями. Видіння одразу виникає, як глиба льда, в якій заморожен цей маленький мальчик. Скрючений весь такий, знаєш, вот, ну, жутко. Ну, автоматически, да, хочется взять, обнять и обогреть ребенка. А я, когда работала с фотографией, у меня было такое ощущение, как будто образ женщины, которая забирает этих детей, прям выдергивает или как охотится на этих детей. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Алла, это мой сын Ваня. Привет. Случилось такое уже одно несчастье. Я боюсь как-то за детей своих. Потому что происходят какие-то и сны, и как-то какие-то приметы плохие. Идемте присядем. Ребеночка можно позвать сюда? Да, мы сейчас его поймаем. Ванечка! Пошли лодки смотреть. Жанна Шулакова вирішила спершу поспілкуватися із синочком Алли. Тому пішла прогулятися з дитиною парком. Тим часом Лариса Гуцану залишилася працювати з його мамою. Какие-то вот сны у меня, особенно в последнее время, очень страшные сны по поводу того, что там ребенка потеряют. Когда я работала с вашей фотографией, у меня действительно была опасность насчет детей, которых вы родили. Опасность действительно существует. Женщина была очень напугана и неспроста, потому что я слышала какой-то женский голос. Я слышала, как этот голос говорил: «Я заберу их у тебя, тебе не нужны дети». Но я не стала ничего говорить Але. Надо было разобраться, что и к чему. Я когда настраиваюсь на вашего мальчика, у меня такие ощущения были, что он у вас мудрый человечек, понимает вас, где-то даже он начал помогать, и он такой бесхлопотный. Он очень взрослый, для своего возраста, вот даже в садике все, он чересчур. Старший син Іванко змалку спокійний хлопчик. Але останнім часом він став боятися власних снів та залишатися вдома на самоті. Когда мы с сыном Аллы отошли от всех, мне пришло вдруг такое видение, как будто мальчик попадает в какую-то вонючую зеленую тину. Его туда начинает затягивать, он просто там задыхается. Я поняла, что ребенок тоже в опасности. Тебе совсем не страшно дома самому? Страшно, да? Куда ты ходил? Я уже бросал камушки. Он практически не спит. Он плачет ночью, кричит что-то там ночью, там не надо или еще что-то. И вот утром просыпается, он не помнит того, что он кричал. Вот сегодня ночью он вообще практически не спал. Ну да. Очень странно. Мы гуляли с Ваней, я смотрела, с ним неудобно было карты раскладывать. Выпадает состояние какой-то злой сущности. Причем женской злой сущности. Это странно. Объясню почему. Я не скажу, что человек жив или мертв. То есть сущность сама по себе, она, знаешь, как бы, ну, нейтральна. Она здесь и там, как-то она присутствует одновременно в двух измерениях. Это достаточно злобная, сильная, страшная. То есть, в принципе, ничего хорошего от таких сущностей ожидать не приходится. Да, я боюсь, что она угрожает, потому что выпадает... Ты видишь, один мальчик ушедший, второй на подходе. Должен уйти. Три, поэтому три разные энергетики. И третий получается. То есть очень странно. Это странно. Не плачь, не плачь. Не плачь, не закрывайся. Мы пришли выяснять, будем помогать, чем сможем. Не плачь, хорошо. Такое ощущение было, что Алла открыла какую-то запертую дверь, за которой стояла смерть. Але звідки взялася ця невідома сила? И чому загрожує забрати дітей у молодої мами? Знаешь, тут очень странно получается, Ларис. Я бы сказала, что ребенок сгорел изнутри. Он как заснул, ребеночек. Да. Такое ощущение. И еще у меня такое чувство, как будто вы в доме видели такой момент, что он как будто спит, но у него открытые глазки. Было у вас такое? Такому.
Ну, он уже дома впав в кому. Микитка почувався слабким ще за тиждень до смерті. Хлопчик погано їв, і в нього піднялася температура. Рідні думали, що все це через зубки, які у дитини саме почали прорізатися. У нього, виходить, полізло 4 зуби. Естественно, он себя вел как капризный ребенок. Чуть-чуть молока попил, чуть-чуть воды попил, там машинкой поигрался, бросил. Вот он в основном спал. Якби ж молода мама знала, як вона помиляється. Того дня, коли Микитку мали похрестити, якась невідома сила підняла Аллу о 4 ранку. Жінка підійшла до ліжечка, де спав синочок, торкнулася його, але малюк не ворушився. Лежить, у нього глаза були відкриті, але на мене не реагував абсолютно. 19 июля 2014 года Никиту привезли в больницу. Его сразу направили в реанимацию. Ребенок находился без сознания. Точный диагноз врачи установить не могли. Останавливалось сердце. Они его спасали. Там врачи сказали, что вряд ли он выживет. Алла до останнього сподівалася, що синочок житиме. Зранку до ночі сиділа біля ліжечка дитини. Майже не спала. Співала його улюблені колискові. Однак Микитка маму вже не чув. Ми в церкву ходили і молилися, і плакали. Він в реанімації під капельницю. Я з ним на ушко розмовляла. Никита пробув в реанімації ровно 7 днів. 25 июля 2014 року він умер. Був Никита. І він на небі вже Никитка. У него сердечко остановилось. Мама мне это очень давно рассказала, что он на мебе. И в тот момент я увидела какую-то женщину в возрасте. С короткой стрижкой. И она кричала, я его отравила. И всех их отравлю я. Але що це за жінка, про яку каже екстрасенс? Неуже хлопчика, якому був усього рік, справді отруїли? Але хто і чому? Когда настраиваюсь на ребенка, я не вижу вас возле него. Я вижу женщину возле него. Свекровь, она делала как подношение. Я была как раз в балагане, пошла собирать помидоры. Как раз свекровь арбуз Никите дала. Какое-то время от родителей прозвучала фраза, что якобы ребенок ел арбуз. Возможно, он отравился арбузом. По факту смерти было открыто уголовное производство по статье «Умышленное убийство». Под подозрення попали родные мальчика. Від цього просто волосся стає дибки. Неуже і справді дитину отруїла рідна бабуся? Але ж медикам достеменно невідомо, яка саме отруйна речовина викликала смерть Микитки. Это не свекровь, она травить не травила. Человек делал как подношение, хотел угостить. Не отравить, угостить. Того дня в домі гостювали родичі і сусідські діти. Як оказалось, арбуз, которым якобы отравился мальчик, ела вся сім'я. Ніхто із членів сім'ї, в тому числі і діти, які теж їли ягоду, не отравились. Це могла бути людська зависть, то, що принесе боль. Вам могли завидувати. Алла справді вважає, що все, що відбувається в її житті, через людські заздрощі. Адже у неї чудова родина, діти і чоловік. До свадьби. Мы уже знакомы были 6 лет. У меня подружка пришла к нему во двор сюда гулять, притащила меня. Ну, так и познакомились. Он был на севере. Ну, как-то так он приехал с севера, мы подали заявление в ЗАГС. И все. Я прям картину вижу такую, что мне идет горсть земли, какая-то кукла, и в нее втыкают иголки. Просто втыкают с какой-то злобой, чтобы извести человека, и чтобы человек умер, чтобы его не было на этой земле, и, то есть, вот, сгрызть этого человека. Кого саме мають на увазі ясновидиці? Аллу? Неуже на неї здійснювали якийсь негативний магічний вплив? До того, как вы сошлись вместе, у него была другая девушка, у вашего супруга. Да. Эта девушка, я так сильно хотела за него замуж. То, можливо, це колишня дівчина Олександра якось причетна до того, що відбувається в Аллиній родині. Вона не має відношення до пари. До того, як створилась пара, цих спілкувань вже не було. Воно залишилось там, где-то за бортом брака, до того, як брак взагалі состоявся. Агресія така йде. Сімейна і чорна, що це? Ух ти. Борьба. Люди, которые занимались вот темными делами, черными какими-то делами. Получается, у моего родного деда, у маминого папы, три сестры.
И всегда бабушка моя покойная и вообще в селе говорили, что они три ведьмы. Три ведьмы. Они людям и порчи делали, и иголки в плинтусах, и всякую вот эту вот гадость. Угу. Одна из них слепая, а две других я не знаю. Кто-то в семье у вас уже умер. Мне вот как бы идет женщина, бабушка, такая взрослая мне идет. Вот что-то связано, вот грудь, удар такой сильный мне идет. Бабушка, у нее рак груди, она умерла от этого. То есть что-то делали, как бы порчи насмерть. Коли помер Ален дідусь, його три сестри хотіли поділити між собою майно брата. Однак його дружина, бабуся Алли, їм відмовила, адже хотіла переписати будинок на дітей. Вони почали їй угрожати. Угу. И потом, ну, вроде как там у бабушки в плинтусах иголки откуда-то взялись, и все на свете, ножницы какие-то там в дверях. То невже ритуали, проведені сестрами дідуся, вплинули і на його онуків, Алених діток? Почему моїх дітей именно? Еще когда работала с вашим фотографией, я видела женщину низкого роста, с такими вот волосами по плечи, темного такой, с таким грубым подбородком тяжелым и с очень злыми такими глазами. Что за жінку описує ясновидиця? Кто она? Что меня еще интересует? В собственном доме человек постоянно имеет знаки того, что рядом с ним ходит смерть. Меня? Ну, я даже не знаю, как это объяснить. Не страх какой-то был, а вот я себя вот чувствую там, как будто вот меня задавливает что-то. Я не понимаю, что со мной происходит. Боже, какой ужас. Причем знаки какого плана? Что-то горит, то есть это может быть вспыхивать лампочки, трещать розетки, искрить провода, телевизор, ну все что угодно. То есть оно будет просто все в доме сгорать. У нас постоянно коротят розетки, у нас загоралась проводка. Вот пожарище. Загорелся телевизор, то есть если бы я еще полчаса спала, мы бы все были там в чаді. Таке справді було. Алла каже, що пожежа сталася на Великдень. Вранці родина збиралася йти до церкви святити Пасху. Алла начала кричать, мы сразу ничего не поняли. Просто ничего, загорелся телевизор. То, можливо, небезпека криється у самому домі. І зловіща сутність, яку бачать екстрасенси, якось пов'язана з Алиним житлом. Животные в домі теж на це реагують. Такое ощущение, що вони подають знаки какие-то. Ми завели собаку, вона вила в окно мені. Я ж кажу, це 100% знак. Понимаєш? Животные всегда видят больше, чем люди. Они могут видеть и сущностей с потустороннего мира. И такое было ощущение, что сущность стала постоянным гостем в доме Аллы. Невже сила, яка, за словами ясновидиць, оселилася в Алиному домі і забрала життя маленького Микитки? Та сила, она воплощается в жизнь. Я не могу понять, какая, но она реальна. Она реальна, она существует, она физически существует, понимаешь? Після цих слів Алла розповіла, що всього за кілька днів до приїзду ясновидець бачила моторошний сон, від якого просто волосся дибки стає. У кошмарі вона вийшла з будинку, а у дворі стояла якась жінка. І говорить, Алла, ніхто не змог приїхати, приїхала я. Я тебе приїхала з плохими новостями, ти зараз родиш, і через 10 днів ребенок умре. Можеш відчитувати. Алла ще довго плакала після нічного жахіття. Що це за дивний сон? І чому дітям цієї молодої жінки загрожує небезпека? Когда вот на дітей настраиваєшся, чувствую какую-то силу, которая вот ходит вокруг и высматривает, ну вот вырывает дітей семьи. Вампир, вон он. Надо ехать домой. Там, где мальчик жив. Это может быть сущность, это может быть дом, это может быть все что угодно. Скажите, пожалуйста, а ваш ребенок, сын, он же слышал до смерти? Когда с Никитой случилось такое, я четко слышала. У нас по чердаку, когда проходишь, слышно шаги. То есть чердак очень тонкий. И я знаю, что я слышала шаги, обычные людские шаги. Я еще так перепугалась. Я думала, кто-то средь белого дня полез, думаю, не постеснялся. Я ж вышла, лестница, на чердаке никого нету. А вот недавно лежал Ваня, я в обед его уложу, он говорит, мама, там на чердаку кто-то ходит. То есть ребенок вышел, да. То есть я тогда услышала, сейчас, получается, сейчас еще и Ваня это все видит, слышит. Я тебе говорю, надо ехать в дом. Зараз ясновидиці прямують до будинку, де живе родина Адамчуків. Не
мне так плохо. Смотрите, остановитесь. Ой, мне так плохо. Салфетка у когось, у Ларисы кровь идет. Це неймовірно. У Лариси Гуцану носом пішла кров. Але ж за кілька годин до приїзду екстрасенсів із Іванком відбувалося те ж саме. Що це? Звичайний збіг чи якась містична закономірність? Ой, я бачу цю жінку, вона опять, вона на мене от пішла, от... Таке відчуття, як будто вона от, як хотіла мене ударити. Вона прийшла не за мною. Когда мы ехали только в автобусе к дому Аллы, я вдруг увидела, что вокруг нее начинает сгущаться желтая, зеленая, это какая-то страшная тина. Мне, честно говоря, стало просто страшно, потому что в любой момент могло произойти все, что угодно. И это угрожало всем вокруг. Тихо, течет сильно. Ко мне пришла вот эта женщина, она такое ощущение, как будто... Дайте еще салфетку. Лена, дай салфетку. Она напала на меня только что. Она пришла и такая, говорит, я тебя сейчас вот это задушу. Но она как будто не ко мне пришла, а как за твоими детьми. Понимаешь? Боже, это такой ужас. Да. Я сейчас вот... Давай, сюда. Сейчас. Все. Ты вытрись, то оно там течет у тебя все время. Пришла вот эта, она говорит, я пришла за ее детьми. Она приходит за детьми. Она говорит, я пришла за Ваней. А почему именно за Ваней? Почему за мной? Ну, моими детьми. Кто она вообще такая? Від слів ясновидиці у жінки шок. Це побачила сусідка, тож підійшла, аби заспокоїти Аллу. У нее что, реально кровь пошла? Да, она вот, мы снимали, получается, мы вот, ну, все, едем, и у нее моментом вот так юшка идет. Я такого еще вообще не видела. Она начинает падать прямо в салоне, она не может, она упала в салоне. Скажет, возьми себя в руки чуть-чуть, пожалуйста. Дом. Трохи заспокоившись, Алла підходить до ясновидиці. Ларисі Гуцану, здається, також покращило. Що ж за жінку побачила екстрасенс? Эта женщина, она мертва. То есть ребенка отравил дух с потустороннего мира. Он злобный, он убивает детей. Я вижу женщину, я вижу, чувствую, что она как едет на велосипеде на какой-то праздник. Ее как будто как сбивает машина или что-то летит на нее, она падает и умирает. Она умерла на том перекрестке. Она была вся окровавленная. Вот такое чувство, что ее дубиной ударили. На этом перекрестке женщина была. С работы ехала, начала переезжать дорогу велосипедом. А рыбу машина везла в цистерну. Да. И она ее ударила. Будинок Алли стоїть саме на тому перехресті, де сталася трагедія. Невже цей випадок якось стосується того, що відбувається з її дітьми? Таке відчуття, як будто я... Як будто я стою на каких-то трупах здесь. В смысле на трупах? Мені здесь йде, що здесь люди умирають часто. В этом місці? Да, вот здесь. Є таке? На этом перекрестке, наверное, человек 8, может вот быть, или 10 погиб. И вот на перекрестке сбивали. Вообще вот на нашей улице. Это смертей много было. Да ну ничего удивительного, если на старом кладбище дорога стоит. Это там кладбище получается? Ну вот это вот. Я не знаю, на какое оно большое. Вот там есть кусочек, пару могил. Это старое кладбище, вот, здесь видишь, дорогу построили. А, да, вот, да, труба и тут видно. Это кладбище было. Для этого места осветить вот это все. З'ясувалося, будинок Алли також стоїть на території колишнього кладовища. Але ж інші родини тут живуть спокійно. Адже причина всіх нещасть не в цьому. Тоді в чому? Давайте домой. Своє помешкання Алла з чоловіком придбали 3 роки тому. Невже саме в ньому причина усіх негараздів? Давайте вже пройдемо, я настроюсь на двор. Я не могла сдвинуться с места. И все только потому, что ко мне лоб в лоб подошел дух женщины. Она мне просто приказала стоять. Лариса Гуцану залишається у дворі. А от Жанна Шулакова та Алла йдуть до будинку. Що відчують екстрасенси?
А стульчик Никиты? Ну, это был Ванин, потом Никита. Ну, Никита сидел, правильно? Да. Угу. Это, получается, тоже от Никиты осталось обувь? Не все. Не тут все. Половина нового, это я перестирала, ну, готовимся. Кроватка тоже не его. Ну, здесь же с детьми жили, правильно? Да, да. Что-то тут есть. Це просто неймовірно. У кімнаті сам по собі увімкнувся телевізор. Ну, та що за фігня? Я не знаю, як це. Без пульта он не включается. Что там? Что с телевизором? А кто тут жил раньше? У будинку стає моторошно. Что это было? Просто ни звідки лунає якийсь дивний стукіт. Это может в кухне? Ну что? Все нормально? Целое все? Все целое. Ты да. Что тут есть, я не могу понять. Что за гарь такая? Что случилось? Что это? Это в печке. Как в печке? Це неймовірно, але в печці справді чутно якісь дивні звуки. Женщина. Женщина, которая в белом. Вот белом. Я видела женщину в белом, очень высокую такую, ну, где-то с вашего роста. Алла каже, жінку в білому вона бачила у будинку. Привид ходив по кімнатах. Та що найстрашніше, віднедавна чомусь почав з'являтися знову. Ну, я не знаю, може, це странно звучить, але було. Пізній вечір був. Ми сиділи, виходить, в спальні. Я дійсно бачила, ну, як пройшла жінка. От жінка з длинними волосами. А після цього молоду маму почали мучити кошмари, в яких ця потобічна сутність їй погрожувала. Жінка в білому. Белом, но она... Слушай, может, это та, что видела Лариса? Лариса? Ларис? Жуткий дом. Что там случилось? Телек включается, в печке стучит. У меня на раскладе выпадает круг семьи и женщина в белом. Ну, это достаточно высокая женщина, худощавая. А высокую я видела. Ну, белую женщину, вот именно я видела, как раз она в этих дверях проходила. Высокая такая, у нее длинные волосы, какое-то белое одеяние такое. Она на меня посмотрела и прошла туда. Я вообще подумала, что это та тетка, которую ты видела в автобусе. С таким грузным вот подбородком, со злыми такими глазами. Так, ну-ка, давайте еще чуть-чуть здесь поработаем. Да. Меня как будто опалил какой-то огонь. Ну вот именно в том доме, где мы находились. Только горел не сам дом, а как будто как что-то, как лики святых. Смотрите, подождите. Я когда вот зашла во двор, я пришла вот сюда и здесь начала работать. Мне выпала вот женщина. Выпала мне женщина. И вот эта женщина, она что-то палит, как лики святых, понимаете? Вот здесь палили вот эти иконы. Женщина построила дом. Дом построила баба Паша. У нее дочка. Смотри, Жанночка, хозяйка имела дочку. Эта дочка, она сожгла вот эти иконы. Две, да. Но здесь долго жила эта же дочка, которая спалила иконы. Это ужасно, потому что жечь иконы – это очень большой грех, это неправильно. Потому что икона – это как бы божественная защита. Но если их уничтожить, то человек просто лишается этой божественной защиты. Баба Паша была верующая женщина, у нее было много икон. А вот эта вот дочка ее, она была то ли баптисткой, там, то ли... Я не знаю, кем, но она Бога, она икон не признавала.
За то, что женщина сожгла иконы, за то, что она уничтожила их, она понесла страшную расплату. Это была смерть. Справді, у селі кажуть, що жінка, яка палила ікони, невдовзі померла страшною смертю. Згоріла за кілька місяців, у неї був рак легень. Але який стосунок ця жахлива історія має до смерті Микитки та того, що загрожує іншим Аленим дітям? Мені чомусь йде, що от цей двір, як будто от тут хтось як похоронен. Прямо во дворі? Младенця, або що? Фу, боже мій, ужас. Подивіться, де ужас. О, господи. Тихо, спокійно. Тихо, 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 тихо. Ой, я не можу сісти. Тихо. Тихо. Не спіть, не спіть. Ти присядь сюди. Де ви взяли? Ось тут ось. Что, в колодце? Ты хоть жива? В колодце? Я не знаю, мы приехали, он был уже засыплен. Много-много мусора накидано, их тут 3 штуки таких ям. Про колодец это еще что-то известно? Вот, что такое ощущение, вот, как будто здесь что-то не все. Вот мальчик, ощущение мальчика, что выбросили прямо в холод. Смотри, мы когда ехали, я тебе говорила, что на фотографию наслаивается лик мальчика. Я же говорю, такое ощущение, знаешь, вот, что ему очень холодно. Помнишь, я тебе рассказывала? Боже. Глыба льда, в которой заморожен этот маленький мальчик. Скрюченный весь такой, знаешь, вот, ну, жутко. Как будто его взяли и выбросили в этот холод. И в этом холоде умирает. Мне показали какую-то картинку. Идет женщина, и в руках у нее сверток. Там ребенок. Она несет его к какому-то колодцу. И просто она его туда кидает. Она его просто бросает туда. Он умирает. Ніхто не міг зрозуміти, про що йдеться. Тож ми розпитали місцевих жителів і дізналися, що 10 років тому в селі жила жінка, яка викинула своє новонароджене маля у криницю. Саме у ту, яка у дворі Алли. А там казали, що жінка якась кинула дитину. Вона чи сумасшедша була, чи що. Та в колодці свою дитину їх топила, а потім і сама померла. Мальчик, который не нужен своей маме, его бросили, его выкинули. Смотри, выбросили. А как оно, какое оно отношение здесь имеет к этому дому? Женская сушит? Но она как забирает детей, травит. Дух этой злой женщины, которая преследовала меня весь день и из-за которой меня буквально парализовала во дворе. Мне идет, что эти дети, которые она забирает, это брошенные дети. Бог нам дает детей, и мы за этими детьми должны смотреть. Никому не пожелаю, чтобы мама потеряла своих детей. С другой стороны, ты тоже виновата. То есть ты закрывалась от детей, ты не имела контакт с ними? Ніхто не розуміє, що саме має на увазі ясновидиця. Алла мовчить. Що все це означає? На данном этапе это не семья. Это корыто, которое держится на плаву, я не знаю, на каких соплях. Постоянно здесь что-то происходит. Да, да, оно такое есть. Я иногда вот действительно сама себя боюсь. С меня столько злости иногда выпирает. Як виявилося, Алла дуже часто свариться з чоловіком. Усе через те, що почуває себе самотньою, адже більшість часу він за кордоном. А вона вдома з дітьми сама. Город, будинок – усе на її плечах. От ми можемо проснутися, он выходит, как бы, да, делает кофе, да, меня раз как щелчком клинит, начинаешь вот просто доколупываться до чего-то, да, орать, кричать. То есть пилять друг ни друга того, ни за что, всего, ни да. За что, ни за что. Тут же попадет под это ни за что и ребенок. Будет находиться рядом. Он выхлопит тут же под затыльник. Я не могу даже себя контролировать иногда. И когда меня там Ваня подходит, что-то спрашивает, у меня это такую агрессию бешеную вызывает. Когда нас меня шпрет, это злость. Точно так же агрессивно, как на Ваню. Запросто могли. И на Никиту. Да, да. Было такое, что даже Ваня плакал с Никитой. Я закрывалась в комнате, закрывала уши. Я как с ума сходила. Я не могла их слышать, меня все раздражало. Я с ребенком не играюсь практически, я не хочу играться. Нам Бог дает детей не как игрушки. Мы их должны оберегать, мы дать им какое-то будущее, что-то им дать. А у вас постоянно вот родился хорошо, вам просто дети очень легко достались. Вы еще не знаете, как это люди молятся для того, чтобы просто хотя бы зачать и почувствовать себя беременной. Он не чувствовал, что он здесь нужен, просто ребенок, понимаете?
Он не чувствовал никакого внимания, никакого отношения к себе. Вы просто подходили и смотрели, уходили. Вы, получается, да, только дали слабинку. И все. И вот эта сущность, вот эта женщина, которую я видела, она забирает тех детей, которые дети брошены просто. Она забирает их, потому что они смотрят за этими детьми. Миллионы сущностей ходят по земле, но все человек сам притягивает к себе. И сущность их, и всех остальных тварей. Если Алла не примет эту истину, она так и будет продолжать терять своих маленьких детей. Ну, я не понимаю, как мне кто-то контролировать это вообще. Я не хочу на них кричать, но я не знаю, почему. Я понимаю, что я неправильно делаю, я не знаю, почему я это делаю. Это лень. Лень. Работа над собой. Лариса Гуцан веде жінку в будинок, аби привести її до тями. Жанна Шулакова у дворі. Попросила майже всю знімальну групу залишити її. Каже, буде ставити захист на будинок молодої родини. І це ніхто не повинен бачити. Вставай. Врачусь. Що ти чувствуєш? Ну, вообще тепло так. Все хорошо? Я тебе здесь оставлю для того, чтобы ты себя хорошо чувствовала и бодренько вставала. Свечечку будешь поджигать перед иконой Божьей Матери с ребенком на руках. Ты становишься настоящей мамой. Вот. И никаких сущностей в дом не зайдет, и никто ничего не сделает. Это каждый день вот подпаливать? Ну, не каждый день, но периодически надо делать. Ты оберегаешь, ты так молишься за своих детей. Ты не допускаешь, чтобы ничего плохого сюда не зашло. В основном заключается все в тебе. Вот. А затем уже в каких-то сущностях ты должна оберегать свой дом. Почему женщина берегиня дома? В первую очередь кто? Мама. Потом жена, кума, теща, зять, все, что хочешь. В первую очередь мама. И несите ответственность за детей, за то, что вы говорите, за то, что вы делаете. Не воспринимай это как обязанность. Живи с ними этой жизнью. Потому что ты потом будешь жалеть, когда они вырастут, что ты не прожила эти дни с ними, а прожила их сама в себе. Но если это будет через 10 лет, и ты, проснувшись утром, поймешь, что здесь тебе хорошо, а куда делась эти 10 лет, ты знать не будешь. Потому что ты их потеряешь. И когда Ваня будет подростком 16 лет, понимаешь? А ты не сможешь вспомнить, как он выучил азбуку и как он пошел в первый класс, потому что тебе было плохо в этот момент. Вот это будет страшно. Не ограждайся от них. Не теряй вот эти дни каждый день. Не теряй эти дни их жизни с тобой рядом. Я просто не могу себя не обнимать. Что, если бы вернуть время, я бы все поменяла. Я бы... Меняй себя. Після зустрічі з екстрасенсами життя цієї жінки змінилося. Вона вирішила розпочати усе з чистого листа. Доки ми готували програму до ефіру, Алла народила. Хлопчика назвали Богданчиком. Зараз йому 4 місяці. Росте здоровим і спокійним. Зі старшим Іванком також усе гаразд. От, якби, все у нас на даний момент хорошо, і нігде нас поки, слава Богу, нічого не відбувається. Задумуюся, що от, якщо б я не обратилась, а мало ли би, як це все закінчилося. В общем, беременность всегда ходила нормально, родила нормально, без... То есть абсолютно все было нормально. Я доносила, родила, с ребеночком все хорошо.